Вот это самый красивый. Подчеркивает глаза. Да что ты. Купишь 2 за полцены и отдам. Ух ты. Опять ты? Твоя лавка? Нет, папа моего. А, почем? 800 рупий, пожалуйста. 800 рупий? Стой, стой, для тебя 550. Невероятно. А что? Папа оставляет лавку на тебя? Он просто пошел сражаться с повстанцами. То есть его в армию призвали? Нет, он к ним сам пошел. Правда? Ну, я бы тебя на его месте одну не оставила. Ладно, вот тебе 300. Давай так, 400 рупий и Ганеша. Зачем он тебе? Он сломан, видишь? Ты что, не знаешь легенду? Ганеша сразился с Парашурамой у порога своего отца. Да, защищая своего отца, Шиву. И потерял один бивень в этом бою. Любопытно. Ганеша не продается. Вовремя. Так вот. Держи, 600 рупий. Сдачи не надо. Подожди. Эй, тебе нужен проводник. Да, и сколько запросишь? Я вас понимаю, но мост закрыт. Гражданский час. Что моя жена подумала? Надо попасть на грузовик, пока не уехал. А твой Ганеша? Сколько ты за него хочешь? Не продается. Папа, я приехал. Я тебе нандрый. Она, вот он, сей. எப்படி ஆர்வலரா Извините. Что? Пойми правильно. С техникой у тебя порядок. Но Ганешу мне верни. Пожалуйста.
Ладно. Хвалю за старание. Через мост никого не пускают. Это очень опасно. Вот что, малышка, нам было весело. Но теперь тебе пора домой. У меня в лавке есть кровать. Сдам за 300 рупий. Лучшая цена во всей Индии. Извини, я не могу. Меня там машина ждет. Это плохая идея. Повстанцы, они очень злые. Слушай, мне надо кое-кому помочь. Знаешь что? Когда я вернусь, с меня пицца. Окей? Окей. Все. Черт, чтоб тебя. Дяденька! О, боже. Я папу потеряла. Он пошел за мороженым, и я не могу его найти. Без него я не могу вернуться. Тихо, тихо. Что случилось? Он стоял вон там. Так, а он пропал. На грузовик пока не уехал. Помедленно. Где это было? Он показал мне одну рубашку на рынке. Надо попасть на грузовик, пока не уехал. Помедленно. Где это было? Он показал мне одну рубашку на рынке. Купили подвес. Бедняги. Итак, красная дверь. И все? Лучше, чем ничего. Попробуем. Просто зона боевого конфликта. Ничего особенного. Thank you.
चलो चलो अंदर चलो जल्दी Почему они еще здесь? Проваливайте пока. Бегом, можете. Бегом, заходим! Проклятый шпион. Что? Нет. Фу, заткнись! Он лжет. Нет, в машину. Шевелись! Вы ошиблись! Я вам клянусь! Я сказал в машину! Живо! Дернется. Пристрели. Слушаюсь. Ты со мной. Ублюдки. Проваливай! Пошел! Пожалуйста. Ну, выбора у меня нет. Эй, погоди! Куда спешишь? Я же не знаю, вдруг прячешь чего под подолом. Руки вверх. Эй! На улицах опасно по ночам. Эй! Где живешь? Ты глухая? Отвечай! Я спрашиваю, живешь где? В Арафте. Я сейчас занят. Подождет. Слушаюсь. Ко мне срочно. Вас понял. Ты со мной. Остаешься. Сэр, а это... Да пусть идет. Слыхала? Вали. Повезло им, что я тороплюсь. Сейчас нас сменят. Поспать бы. В грузовике поспи. Нет, спасибо. Это последнее? Почти.
В переулке еще пара. Ему не выезжаем? Скорее бы. Местно достали. Нет. Асав сказал еще неделю. Еще неделю в этой дыре. Помни о главной цели, брат. У тебя то пальмовое вино осталось? Смотря, что ты мне за него дашь. Вечную благодарность. Не, не пойдет. А где ты вообще достал тут пальмовое вино? Нашел большой погреб. Недалеко, ниже по улице. Там еще осталось? Я взял две бутылки. Схожу попозже. Розовый лотос. Что это значит? Давно примкнул? Да, я с Асавом еще с тех пор, как он искал всякие побрякушки по всей Индии. Что не дает? Говорит, что мы еще не готовы. Власть считает нас клоунами. Они еще пожалеют об этом. Все.
Розовый лотос? Я представляла его иначе. Одна на складе, одна. Слышь, дамочка, ты кто такая? Какого? Ты попалась. Ты опоздала, Фрейзер. Я тоже тебя рада. Проклятье, они перебили первый отряд. Держи их! Это как понимать? Я-то думала, ты профи. Да расслабься ты. Дольше проживешь. Расслабься? Я Сава месяц выслеживала. Он же совершенно непредсказуем. Еще один вояка мается без войны. Ты просто его не знаешь. Он постоянно меняет диспозицию и маршруты. И мы не можем так глупо рисковать. Мы? Внесем-ка ясность. Это мое дело. Хочешь в долю? Играй по моим правилам. Что скажешь? Тот, что с бородой. Вот и умница. Красивый. Нравятся психопаты? Кто без греха? Где их штаб? Верхний этаж, балкон. Ладно. К делу. У меня был надежный маршрут по улицам, но теперь нас уже ищут. Что предлагаешь? Что-нибудь придумаю. Hey.